знакомая звезда. Снова оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Здравствуйте, дорогие зрители Гран-при Львовского карлового клуба. Мы тут вот так вот посовещались и решили никого пока не трогать с интервью, потому что вы, кто читает наш репортаж на сайте, видите, что обстановка нервная очень. И мы решили сами порассуждать на тему того, что тут происходит и как будет наше видение. Первая мысль, вот предлагаю высказываться не думая, почему рыба так неохотно клюет? Я думаю, это не вышло. Не, я думаю, что причина в том, что тоже не весна, еще не осень. Это один вариант. Но я сказал вариант, что давление идет все время вниз, она валит на ямы. Погода. Погода. Стабильности нет. Если бы она была. Стояла жара еще. Ну, хорошо. Погода. А 70% погоды. Думаем ли мы вообще о том, что взорвется все-таки водоем, или вот так вот вяло все и пройдет? Какие предчувствия? Ну, хотелось, но я думаю, что... Не, ну нам хотелось. Но я думаю, ты что... не уверен? Я не уверен, да. Может пятницу. Чуть-чуть. Вот у меня тоже есть такое чуть-чуть предположение, что в пятницу оно рванет. Это уже будет поздно. И вот не будет поздно в таком разрыве, с такими разрывами весовыми, да, разрывы ничего не будет. 20 килограмм. Сейчас последняя команда с нулями может за ночь 50 килограмм. Ребята, ну это смешно. Хорошо. А как мы думаем вообще, быть лишь на чем остановится? На 13 или пойдет вверх? Да, наверное, побольше, что должно. 15. Для нас главное, чтобы поймали 20-ку только в последний день, чтобы не убили интригу. Тогда станет неинтересно. За холандайся до финиш. Могут и не вытянуть. Угу. Вот это будет трагедия, а? Представляешь? Вытаскивают, тянут час, время проходит, рыба не засчитана, они вытаскивают, а это 20-ка, а? И что делать? Читать регламент? Да. Интересно, если бы ты был в секторе, который вот так вот тянет, ты бы застрелился или застрелил судьи? Я бы поехал даже недоволен. Мягко говоря, расстроен. Не, ну правила и правила для всех тут. Ну да. С каждым может быть. Ну,
А, я еще сам, это я себя грызу. Правильно ли мы поступили, что не, пятое поле не включили? Я думаю, что там бы никто ничего не ловил, вот про нами зараз. Ну, такого этапного, такого, да. Щось вирішального. Там не луна. Да, судячи по всьому, що робить зараз на глибині, тобто там був взагалі би нулі повні. Поки ну, може не нулі, але да, без претензій, да, що да. Називають. Ну там теж такое сьогодні було мнение, що 10-11 треба було виключати, а ті 20 повністю літ. Були бы как-то более в каких-то равных. Типа, это кого мнение было? Ну, у тех, кто на 10-11? Да. 10-м. Они бы лучше там были. Ну, были и другие мнения. Да. Вот Сергей Иванович пошел к Катрин. Он говорит, наоборот, там хорошо ловится. И так далее. Славе Казавка же, то классно, что там дымится быть. Как бы ловили, а потом остановились. А кстати, а почему у нас Катруся не зовет Костя? Вот какие есть предположения? У них самих багато стали. Мужиков там много уже да. Собралось. Ну, мне просто обидно понимать, как ты уже привыкли, что хоть раз в день мы позову. Можем семейки. Ну, видимо, придет. Иерусалимцев нема. Шкода. Да, мы его забрили на море. Ну, а какое мнение насчет сегодняшней ночи? Думаю, что дело по вечеру, что вам крупная рыба была. Я думаю, что там еще. А ты знаешь, Анатолий, что это твое дежурство сегодня? Знаю. Побегаешь. Будем работать. Делать им можно. Не дать поспать. Да. Так, как он и вроде. Я туда матрас возьму, там возле них лягу. Парасольку, чтобы в палат. Ну я думаю, на этом можно вечернее бдение закончить, а утром проверим, что как наши прогнозы. Я думаю, что за ночь Бигфиш поправится. Вот мое мнение, что до 9 утра, то есть вот эта 12-ка, да, это конечно, ну, заявка, но я думаю, что с третьего поля приедет. Удача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме не делать.